Игровой канал Ивана Фолиота представляет. Дорогие друзья, всем большой привет. Вновь с вами говорит Иван. Вы на канале Фолиота. Это Deus Ex Mankind Divided. 17-я часть моего прохождения. И сейчас мы отправимся в логово КПА. В предыдущей серии мы сюда очень активно и долго продвигались. Я старался все вроде посмотреть, везде побывать. И я думаю, эта серия будет намного поразнообразнее, поинтересней. В плане как экшона, Зога, так и событий, происходящих здесь. Не говори мне! Не говори мне успокоиться. Когда они хотели меня запугать, чтобы я привел их сюда. Но я отказался. Кто? Интерпол. Они придут сюда. Легавые знают, что с ними будет, если они сюда сунутся. Не полиция. Интерпол. Думаю, они хотят арестовать Талоса. Успокойся, Сокол. Если придется преподать Интерполу такой же урок, как полиции, так тому и быть. Мы сделаем что угодно, чтобы защитить Талоса. Иди, будь начеку, и мы вместе разберемся с твоим Интерполом. Так, ну что ж, нас уже готовы встречать. Этот Сокол, которого мы, собственно, спасли из полицейского участка, которого набивали морду в позапрошлой серии, ведь решил нас немножечко подсдать. Ну, не то, что подсдать, конечно, но понимает, что мы скоро нагрянем, чем мы сейчас непосредственно и занимаемся, и подготовил своих, что называется, коллег по опасному бизнесу. Пингвиненок со мной по-прежнему пребывает, как вы можете наблюдать. Да, вашему совету я решил внемлить и все-таки протащить его, я уже об этом говорил. Ну, лишний практис мне не помешает. Давайте с этим Рукером, Соколом, вернее, поболтаем. Рукером, господи. Сокол. Боже, это ты. Я... Мы пришли к тебе с добром, открылись и попросили помочь. Когда ты двинул на попятную, я защищал тебя. И вот так ты мне отплатил. Почему? Да, ты прав. Это так. Но у меня не было выбора. Вы можете защитить мою семью? Гарантировать это? Нет, конечно, нет. Я делаю то, что считаю нужным. И даже если поплачусь жизнью, то буду знать, что поступил правильно. А ты? Я здесь, чтобы найти ответ и узнать, кто устроил взрывы. Если у меня получится, то я смогу и защитить твою семью, и сделать гораздо больше. А ты только ставишь других людей под угрозу. Ты прав. Я это знаю. Тогда иди и делай то, что собирался, пока я не передумал. Иже! Так, не надо близко так приближаться своей физиономией. В общем, друзья мои, перед тем, когда мы двинемся дальше, мы, как вы можете наблюдать, находимся на территории запретной, как говорится. Здесь нам все враги будут нас атаковать, если заметят. Даже несмотря на то, что, в принципе, аугментированные люди, КПАшники, ну, это не самые, как по мне, плохие персонажи в этой игре. В случае, как бы, за избавление от этой самой дискриминации мы и сегрегации мы боремся. Собственно, Дженсен сам аугментированный. И такая небольшая тоже ремарочка. Я попробовал, блин, и главное забавно, не обратил внимания на медицинский этот самый ящик, который тут стоит. Прям в упор. Зашибись, я его все время, когда после того, как записываю все это дело, я комментирую. И только после этого я обращаю внимание на всякие мелочи, которые я не углядел на момент записи. В общем, здесь призрака мне получить не удалось. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, в более ранних версиях там они же были пропатчены, да? Может быть, они как-то здесь убрали этот момент. Я пробовал и не попадаться этому Соколу на глаза. Пробовал здесь никого вообще не трогать и никому как мышь просто проскальзывать. Между локациями, здесь за каждое вот прохождение локации нам дают вознаграждение в виде опыта.
и разного рода награждают титулами, типа ловкача, там, да, серьезный подход и все дела. И призрака, соответственно, тоже могли бы за это давать. Но почему-то мне здесь его, я говорю, я уже все испробовал. И заново пробовал перепроходить все подходы сюда, хотя на подходах я там точно никого не встречал, как в прошлой серии. А здесь у меня когда полиция уйдет, никто, на, никто на меня не обращал внимания. Ну, я говорю, я это не записывал, я уже решил продемонстрировать вам это с точки зрения зрелищности, что хотя бы пускай будет лучше так, коли уж мне все равно не удается получить призрака за прохождение этого. Вы мне напишите в комментариях, кто, возможно, параллельно со мной как-то играет или играл до этого, получал ли он здесь призрака. Или, возможно, я здесь что-то сделал не так. По приходу, ну, до того, как, вернее, сюда пришел, может, мне надо было что-то как-то где-то... Потому что, повторюсь, я даже с Соколом пробовал не разговаривать, а мимо него прошмыгнуть и прошмыгнуть до чекпоинта, так называемого, за которого нам дают опыт. Но... призрака мне, повторюсь, не удалось получить. Поэтому сейчас я решил воспользоваться наконец-таки транквилизаторной винтовочкой нашей снайперской, да, которая при попадании в голову вырубает моментально и еще нам снайпера дает опыта дополнительного. Вот этих вот товарищей я здесь их решил тоже вырубать, потому что они просматривают именно центральный проход вниз в этой, в этом помещении, через который, конечно, можно пробраться, воспользовавшись там таймингами и дождавшись, пока там они все там развернутся и отвернутся и уйдут. Но проще, зрелищнее, повторюсь, и эффектнее это все дело, как по мне показалось, продемонстрировать вам именно так. Поэтому, плюс еще у меня пингвин с собой. Самое, что забавное, когда вы находитесь в инвизе, который я, кстати, скоро очень прокачаю, НПС, вот эти все враги, так называемые, они замечают его передвижение и реагируют на ваше, получается, присутствие. То есть нельзя просто так хватать какой-то предмет и в инвизе мимо кого-то проходить. В общем, это проверено лично мною. Поэтому лучше поаккуратней. Я пробовал и инвиз прокачать здесь, пролезть вот так вот с инвизом, просто тупо проскочив всю эту локацию, чтобы никто не заметил. Ну, пингвина по-любому мне надо проточить. Проточить, как вы знаете, он дает нам это самое... Праксиса. Так, код 0029, а 25. Нет, это я немножечко проморгал. Сейчас еще комнатку быстренько на предмет полезности осмотрим. Вот кредитный чип. Блин, как же эту медицинскую эту проглядел? Ну, наверняка там ничего такого, конечно, козырного не было. Я еще попробую заново переиграть, посмотреть, что там было. Ну вот я повторюсь, только-только заметил на момент записи. Но уже метаться поздняк. Праксиса там точно никакого не было. Это я... Просто обидно все время. Обидно, когда замечаешь вещи после того, как уже записал. Вроде казалось себе, вроде все здесь осмотрел. Все вроде углы обшарил. Думаю, что как бы у тебя все на мази. Так, сохранюсь я. Здесь такой очень сейчас будет интересный момент. Вот, собственно, это комнатка, где, куда нужно поставить пингвина. Ну, не долетело немножечко, но не суть. Наша задача сейчас перебраться через этот наэлектризованный пол. Вот, сделать это можно, перепрыгнув на ящик. Вот на этот вот, до которого я, блин, зараза, чуть не допрыгнул. Вернее, ну, а даже до этого допрыгивал. Ну, чуть-чуть потратил я ХП. Оно, слава богу, у меня, я надеюсь, сейчас само восстановится. Да, восстанавливается ХП, поэтому ничего мы, в принципе, не теряем. На рейтинг это тоже никак не влияет. И вот, как вы видите, призрака я не получил. Туннели. Подумал, так удобнее всего скрываться. Я же не спрашивал. Да ты просто решил спросить, не мешаешь ли ты мне? Кофе поставил. Убиваю время. Я там еще заметил лифт. Он, кажется, идет до верхних ярусов. Может, к нашему другу выведет? Или можешь дальше двигать по вентиляции? Да, вот такая вот интересная... Интересно, тут тоннелик стоит с подсвеченными этими пингвинчиками. И это тот самый пингвин, которого здесь не было. И мы его притащили, получили. Благодарю вас за то, что помогли мне, вернее, напутствовали, вернее, заняться именно этим перетаскиванием. Это полезно, праксис получили. Вот. И как вы видели, не дали мне ни хрена призрака, повторюсь. Вот между вот этими чекпоинтами здесь происходит, да, вот награждение нас опытом. Я еще и получил, помимо этого пингвиньего праксиса, получил еще и левел ап
по накоплению опыта. Поэтому у меня есть два практиса, и я сейчас решил прокачать себе инвиз. Этот инвиз нам поможет. Вообще, в принципе, инвиз — это полезная вещь в этой игре. Я его таким несколько недель не видел. Не пользуюсь. Пока что такое в основном. В Human Revolution пользовался не часто, но бывали некоторые локации, некоторые моменты, когда приходило. Если он не найдет выход из ситуации, то его может и нет вообще. Одна из этих мадам, по-моему, разговаривала голосом Лара Крофт. Ну, актриса та же самая, озвучит наша российская локализация. Так, боевую винтовку мне здесь нельзя. Ну, здесь вот обшаривать на предмет каких-то полезностей я не буду, потому что есть большой риск, что меня просто спалят. Но пробравшись сюда наверх, можно что-то поосматривать. Я думаю, что даже мы здесь что-то обнаружим. Полезного козырного. А может быть и нет. Может быть, я опять как слепошарый все пропущу. Ну, ладно, хоть что-то. Вглядываться в каждый миллиметр всех локаций, ну, действительно, это займет очень большое количество времени. Поэтому, ну, не знаю. А более того, как, когда ты все это дело, даже вот, даже когда я репетиционный какой-то делаю здесь забег, смотрю, что здесь где лежит, все равно ты на момент записи можешь что-то уже забыть. Потому что, ну, столько всяких объектов, столько всякого всего, здесь лежит, что, ну, просто даже вот мозг запомнить не может. Так, ну ладно, в общем, не суть важно. Самые козырные вещи все равно здесь праксисы, поэтому, я думаю, не фатально, что мы что-то здесь пропустили, что-то где-то не добрали. Я думаю, это не скажется это никак, не отразится на общем показываемом геймплее мной. Здесь висит камера, да, которую можно издалечка взломать вот так вот, и кое-что, вот, например, вот эту медицинскую сумку я таки обнаружил. До этого компьютера я добираться не стал, потому что там ходит тетка, возможно, она отрубает эту камеру, не стал я проверять, поэтому мы сейчас проберемся аккуратненько здесь. И посмотрим, какие тут еще есть полезные вещи. Например, здесь есть вот электронная книга, да, которая даст нам 100 опыта за прочтение. Вот и еще закуточек с мало чем полезным, к сожалению. Может, конечно, через окно было пробраться, но путь у нас лежит немножечко в другую сторону. Здесь он такой вот самый сокращенный поверху. Именно, ну, если хотите пробраться как-то более-менее без последствий, ползите, как я. То, что понизу и по правой стороне вас будут очень здорово отслеживать. Все там просматриваются углы. И лучше не рисковать. Хотя и здесь тоже, видите, мне не обратил внимания тот товарищ, который туда-сюда стоит своей мордой, телепает. Вот, ну мы уже подбираемся. Всю эту локацию, я повторюсь, исследовать я не стал, потому что, ну, здесь очень много. Можно, конечно, было всех и повырубать. И по это самое, даже опыт вы больше, наверное, получили, раз уж. Но я все тщетно надеялся, что мне дадут за это призрака. Перезаписывать я уже не стал. А так-то, по большому счету, конечно же, коли уж то ли его с патчем с каким-то этот рейтинг здесь удалили, то ли, может быть, я действительно что-то неправильно сделал. Вот. Ну, если вдруг решите играть как я, и у вас вдруг будет такая проблема, можете, в принципе, не пренебрегать, повырубать всех чертовой бабушки. Вот. Каких последствий не будет, заработайте больше опыта все-таки за вырубание, ну, даже убийство противников. Опытом здесь вознаграждается, друзья мои. Так, вырубив, в общем, эту турельку издалека, дистанционно, и дождавшись, пока левая точечка на мини-карте уйдет в обратную сторону, мы проникаем на лифт. Финишная прямая, что называется. Приближаюсь к Рукеру. У тебя уже есть карта? Рукер у нас уже... Передам. Как только допью кофе. Скоро предстанет. Томи меня, Чиканы. Ты, главное, разберись с нашим другом. И будь осторожнее. Он опасен. Посмотрим. Да, поднимаемся. В общем, пока что сейчас нам здесь препятствовать больше ничего не будет. Даже какой-то такой, я повторюсь. Какая такая финишная прямая. То есть здесь полезных даже вещей особо не валяется. Но вот можно так вот пройтись неспешным шагом. Понаблюдать. Мы нарисовали локацию. Локации, хоть и немножечко так монотонно, но нарисованы прикольно, как по мне. Ладно, посмотрим. Диалог послушаем. Я не буду вас отрывать. Это весьма интересная будет беседа. Я безоружен.
Надеюсь, вы поймете, если я не поверю вам на слово. Вижу, вы весьма умелы. Спасибо, что удержались от лишнего насилия по пути сюда. Мои друзья хотят меня защитить, но уж слишком много крови было пролито. Вы не очень-то удивлены? Ничуть. После теракта на станции они должны были кого-то прислать. Это был вопрос времени. Садитесь. Это не личная беседа, Рукер. Я арестую вас. Наше дело – бороться за права аугментированных, доносить свое мнение, предлагать помощь. КПА – мирная организация. Ладно, тогда все пройдет нормально. Пойдете со мной, ответите на несколько вопросов, вернетесь сюда как раз к следующей проповеди. Я не дурак. Если я сдамся, то назад уже не вернусь. Как только я окажусь у вас, вы сделаете все, чтобы я исчез. Я не повторю ошибки Солженицына. Мои люди и я будем сопротивляться. Я думал, вы пацифист. Это так. Но я больше, чем лидер. Я символ. Вот почему вы хотите убрать меня. Если мученичество – единственный способ остаться символом, то даже моя смерть гораздо лучше, чем исчезновение. Если мне придется забрать вас силой, я заберу. И ваши люди попробуют меня остановить. Но никому из нас не нужны жертвы. Так что сдавайтесь сами. Даю вам слово. Я сделаю все, что смогу, чтобы с вами обошлись справедливо. Не говорите мне о мире и справедливости. Ваши хозяева прячутся в тени, манипулируют, контролируют, убивают, не осмеливаясь открыто заявить о своих убеждениях перед миром. Так всегда и работает власть, Рукер. Если вы сами этого не поняли, надо было слушать тех, кто продумал все на несколько шагов вперед. Жизнь не готовила меня к управлению группой активистов. Но с вашей стороны все же лицемерно критиковать меня за использование ваших же методов. Я был терпеливым и понимающим. Я учил своих людей ненасилию и ждал, когда остальной мир последует моему примеру. Я верил в человечество. И человечество предало меня. Следовать вашему примеру? История показала, что в неспокойные времена всегда возникают движения против иных. Прежде чем стать символом дела, вам стоило бы убедиться, что вы к этому готовы. Я думал, что готов. Думал, что могу. Боже, кто-то должен был это сделать. Сейчас для движения настало трудное время. Из-за терактов все от нас отвернулись. Мое лидерство в КПА под вопросом, и я подозреваю, что первое связано со вторым. Пожалуйста, вернитесь к своим людям и попросите их дать мне 48 часов. Я попытаюсь решить конфликт. Мне жаль. Если я вернусь с пустыми руками, меня просто заменят. Возможно, на кого-то менее сочувствующего. Сдаться сейчас – лучшее, что вы можете сделать для всех. Да. Подозреваю, что вы правы. Но понимаете ли вы? Если вы заберете меня отсюда, на вашей совести будет не только моя смерть, но и мое забвение, разрушение коалиции за права аугментированных и извращение всех ее ценностей. Суть все равно одна. Если сейчас спокойно пойдете со мной, насилия не будет. У вас есть выбор. Выбирайте путь без насилия. Или сами же предадите свое дело. Я больше не могу смотреть, как умирают мои люди. Это тяжкий гроз. Вы попросили меня верить вам. И я... Я верю.
Прежде чем мы выйдем отсюда, я хочу вам кое-что показать. Я подозреваю, что в нашей организации разгорается борьба за власть. Кое-кто в КПА не так привержен нашим идеалам. Вы хотите сказать мне, что знаете, кто устроил взрывы? У меня есть лишь подозрения, да и те появились недавно. Улики, которые я начал собирать, довольно скудны. Но вы их получите. Вот ключ-карта от защитной двери. Улика там, внутри. Зачем вы даете ее мне? Почему не сохраните для дачи показаний? Потому что если мои подозрения верны, и меня увидят добровольно идущим с вами, до дачи показаний я могу не дожить. Прямо среди нас ходит настоящий террорист. Я пытался тайно выяснить, кто несет ответственность. Рукер. Чеканы, Рукер мертв. Не понял. Объясню, когда встретимся. Кстати, где именно? Неподалеку от тебя есть теплицы. Под ними открытое пространство. Буду ждать тебя там. Конец связи. Да, блин, слушайте, друзья мои, это прям какой-то был животрепещущий диалог, как по мне, и очень прискорбная и наводящая ужас смерть. Похожее что-то было с одним из аугментированных в Human Revolution, когда мы, собственно, в самом начале от террористов пытались освободить заложников. Если кто помнит вообще это прохождение, кто помнит эту игру, меня тогда это тоже очень, так знаете, заинтриговало. И тут разработчики, вернее, сценаристы тоже, походу, решили пойти по этому пути. Кто-то обладает именно, вот, скажем так, даже не знаю, как это сказать, каким-то инструментарием, который позволяет контролировать аугментации даже самого Рукера. А хотя он здесь является вроде как бы лидером, да, такого повстанческого движения. И должен еще обратить ваше внимание на последовательность их диалога. Как по мне, он очень крепко выстроен сценаристами. Ну, как-то я очень начинаю верить в эту историю, в здравый смысл того, что здесь происходит, потому что это очень тесно переплетается с сегодняшними реалиями, вот этими информационными войнами между вот этими конгломератами угнетенных там, или оккупированных, или еще каких разных, ну, скажем так, обществ, сообществ или стран. И невольно начинаешь верить во всю серьезность происходящего. Я не знаю, лично меня это такое впечатление произвело. Так, ну, переписку его я, честно признаюсь, читать не хочу, потому что ему всякие пишут оголтелые фанаты. Хотя, возможно, об этом пожалею. Потому что почему-то сейчас, когда я уже это записываю, представилось, что из этой переписки можно было бы узнать или хотя бы какой-то намек для себя подчеркнуть, кто имеет вообще хоть какой-то мотив убить Рукера, или как-то вообще, в принципе, ему начать противиться. И, блин, повторюсь, это какой-то вот для меня лично, друзья мои, вот, ну не знаю, это такое личное у меня ощущение от того, что игра серьезно очень преподносит свой, вот это, собственно, получили мы эту самую улику. Вот, которая расскажет нам в дальнейшем потом, если ее расшифровать. Вискарек, смотрите, какой-то 50-летний стоит, обалдеть. И такая комнатка у нее есть, уютная весьма, с хорошим диваном. И с такой вообще, с таким интерьерчиком, каким-то классическим, да, обратите внимание. Нарисовано все потрясающе. Так, сейчас мы вскроем терминал. Да, в этом терминале тоже хранится еще один Праксис. Один практически нам дали сейчас по тоже достижению уровня. Обратите внимание, как здесь награждают нас опытом по достижению целей основных сюжетных квестов. Это не значит, что нужно забивать на
квесты. Если вы только что к нам присоединились, мы задаем вопросы и узнаем правду, как всегда. Так, здесь я уже, кстати, вынужден был пользоваться стоп-червем, потому что, да, потому что очень долго здесь 5 уровня защита. Я еще немножко здесь подтупил, не стал сразу взламывать зеленый. Видите, здесь и красных, и зеленых брандмаузеров по 2 штуки. И они очень-очень много времени сразу отжирают. Ладно, стоп-червь мы еще, я думаю, найдем. Зато получили 500 кредитов. Открываем сейф. Находим Praxis, треугольник этот для Deus Ex Go. Вот как это называется здесь, Deus Ex Go. У нас в кошельке уже 11 тысяч. Это нам позволит еще один Praxis по прибытии в Прагу приобрести. И сейчас на 2 Praxis я хочу прокачать оптимизацию батареи в невидимости, которая позволит нам нести меньшие затраты во время ее использования. Ну а невидимую нейтрализацию, я думаю, можно пока что притормозить, потому что... Так, а ну-ка, дружище, не надо тут ходить. Так, давайте-ка мы его сейчас все обыщем. Ну, патроны дробовику. Дробовик мне уже не дадут подобрать. Ну да ладно. Так, ну что ж, очень, кстати, красивая локация. Детализированная, опять же таки. Все здесь, видите, в каких-то таких в цветущих в коробках стоит. Не знаю, почему как-то они так решили это все отобразить. И здесь еще, кстати, один тоже 4 уровня взлома. Электронный замок. И практически сразу нас пытается выловить его брендмаузер. Ну что, пока какое-то вот такое у меня очень смазанное ощущение от всего происходящего. Вот, очень не терпится узнать, что же будет в дальнейшем. Так, червем опять приходится пользоваться. У меня их так мало остается. А зараза, он очень медленно набирается. Все, можно было воспользоваться программой разгона изначально. Вот, ну поскольку я... Мне в основном попадаются не такие серьезные замки электронные, вот, я по непривычке своей еще как-то не очень уклюже ими пользуюсь, поэтому уж вы так меня строго не судите, кто смотрит, что я так бездарно все расходую. Уверен, что, повторюсь, мы с вами еще отыщем все эти программы для взлома, разгоны, стоп-черви. Стоп-червь, по-моему, вообще, по-моему, не самое полезное. Так, что ж, здесь сейчас у нас... Ну еще, ну да, наверное, финальная уже локация в этом комплексе. Можно здесь даже кого-то повырубать. Сейчас тут поудобнее надо занять позицию, потому что... Ага, вон там подошел слева чувачок. Вот он нас сейчас заметит, если мы будем его вырубать. Но я лучше вырублю. Хоть какой-никакой, но опыт с этого получу. Вот здесь мы сейчас пойдем через эту дверь. То, что надо будет взломать. И от греха подальше лучше я сейчас так вот... Оп! Ой, а это еще и мадам. Господи, как он по щам-то безжалостно ее приземлил. Так, у нее, видите, еще карманный секретарь какой-то есть. Пароль Раптор. Через ту комнату я сейчас полезу, объясню почему. Здесь тоже интересно. Не то, что интересно, конечно, а, скажем так, важный компьютер будет находиться, который позволит нам немножечко кое-где поживиться. Так, здесь уже немножечко попроще это все взламывать. Доступ разрешен. Иногда мне кажется, что мы просто... Программу сканирования данных мы нашли. Зачем? Ну, сканирование данных это нужно для того, чтобы смотреть вот на эти ячейки, которые, ну, эти, как он называется-то, господи, забыл. В общем, где мы дополнительные ништяки находим во время взлома, там, кредиты, опыт или какие-то еще программулины. Так, здесь контейнер. Ну, в контейнере есть детали для сборки. И вот, собственно, этот самый компьютер сейчас, который позволит нам отключить камеру. Пароль у нас есть, но я лучше все равно взломаю. Потому что там слишком много букв. Он уже здесь немножечко попроще все-таки. И вот сразу можно, да, на диагностику нарваться. И получить еще 150 сверхопытов, что, в принципе, весьма-весьма неплохо. Дроны я еще пока взламывать не умею. Они здесь летают вроде как. Временами. Но научимся. Прокачаем потом. Так, вон там, кстати, справа на столе, где было радио, можно найти еще программу. Ой-ой-ой, аккуратно. Так вот вас может заметить. Там детали для сборки.
и программа «Бомба». Бомба, которая позволяет сразу взломать один из узлов. Не остановить время, а именно тоже. Кстати, тоже полезная вещь. Тоже попробовать надо будет воспользоваться им как-нибудь при сложных обстоятельствах. Но это все потом. Взломать, я думаю, нам еще много чего предстоит. И здесь локация немножечко, конечно, напоминает Прагу в самом начале, когда мы там лазили по... Господи, Прагу, Дубай, друзья мои, я уже заговариваюсь. Дубай тоже там также было ветрено. Такой же был какой-то прям бежево-золотисто-розовый, розового, конечно, здесь нету. Золотистый закат на фоне вот такого закатного солнца, да. Но, как по мне, так это весьма-весьма впечатляюще смотрится. Так, вот, собственно, здесь... проход на этом уровне к выходу. Вот там стоят ящики, но я сюда вот спрыгнул рановато, потому что да, мне надо было добраться наверх. Где-то сюда сейчас залезу. Вот по этой стороне можно залезть. Отлично. Там стоят вдали два товарища, но они нас вроде как не должны пока что заметить. А камеру вырубили мы, собственно, здесь, вот, которая находится. Сейчас видите на мини-карте, она, да, отключена. Это позволит нам сейчас немножечко здесь тоже поживиться по ящичкам, посмотреть, что здесь такого полезного, козырного есть. Вот, например, есть шкафчики вот эти, которые можно поразбивать своими кулачками аугментированными. Пистолеты, пулеметы, патроны, пивка разного тут, которое мне уже не лезет в инвентарь. Надо еще, конечно, докачать будет инвентарь. Но вот кеточная батарея пригодится. Восстанавливать энергию, как вы все знаете. Естественно, когда ты все это дело исследуешь первый раз, ты все это дело как бы делаешь в предвкушении того, что ты реально сейчас найдешь какой-нибудь праксис или что-нибудь такое козырное, уникальное оружие какое-нибудь или еще что-нибудь. Но, к сожалению, в этой игре это не часто вознаграждается, но надо думать, потому что за все твои вот эти вот мыканье, ныканье и... тебя награждали бы праксисом, ты бы к середине игры уже был бы убер-солдатом Дженсеном, что было бы, наверное, весьма ребалансно, скажем так. Вот слева еще были ящики, но что-то я на них внимания не обратил. Ну, видите, я тоже, конечно, да, взгляд иногда замыленный, при записи я не на все могу посмотреть, а там наверняка что-то было, потому что, ну, по фактуре по своей они именно располагали к тому, чтобы их исследовать. Но ничего страшного. Повторюсь, потому что, ну, фатально мы здесь как бы ничего такого не выигрываем, если прям всю полностью локацию чистим. Где тебя черти носят? Иду, чеканы. Иду, чеканы. На нервах нам действует. Так, а вот здесь нам сейчас тоже сейчас понадобится инвиз. Видите, потому что сверху у нас два чувака, которые стоят, один из них нас палит, поэтому сейчас мы аккуратненько начнем приоткрывать ворота, которые делают это очень медленно. Вот. Ну и повторюсь, возвращаясь вот именно к тому, что вот все прям зачищать и находить прям здесь все ништяки, как бы, ну здесь у меня нет такой самоцели, у меня здесь есть самоцель показать вам что-то такое ключевое, и уж по возможности, исследовав все вот эти вещи, найти действительно что-то полезненькое. Вот. Но я повторюсь, я сомневаюсь, что это сделать какой-то решающий вклад вообще в прохождение, потому что все такое самое интересное, основное мы с вами находим. Я сейчас хочу, друзья мои, на этом с вами попрощаться. Сейчас у нас будет такой тоже финальный прыжок, финальный забег в этой серии. Тыкните большой пальчик вверх и подпишитесь на канал. Мы очень скоро вернемся в Прагу, в ночную. Локация будет изменена. Я прощаюсь на этом с вами. Флёт был на связи. Всем до новых встреч, большое пока!